Вы смотрите канал «Улица Москвы». Мы в четвертом проезде Марьиной Рощи. И сейчас пойдем вот отсюда к метро. Там у нас 4-я улица, за которой промзона. Товарная станция Москва-Рижская, если быть точнее. Ну, тут с двух сторон из четырех железная дорога. Там вот проходит рижское направление и соединительная ветка второго диаметра. Ну, а еще с двух сторон у нас Сущевский вал туда, который является третьим кольцом, а прямо улица Шереметьевская. То есть это такой квартальчик, в котором мы сейчас находимся, между двумя улицами и железными дорогами. Но тут уютненько, достаточно тихо, потому что нет никакого сквозного проезда, и автомобили ездят редко. Это, конечно, плюс. Так, там у нас дальше ведется стройка. Строят и здание. Ну, вот не владею информацией, что это такое, но там вот в окрестностях располагается театр «Сатирикон», например. Что это, какой-то вот офисный или жилой дом? Так, и значит, это вот по левую сторону, а по правой у нас ведется строительство станции большой кольцевой линии, которая будет иметь пересадку на станцию Марьиной Рощи линии Люблинско-Дмитровской. Какое название у станции будет, пока не ясно, но фигурирует название Марьиной Рощи и Шереметьевская. Сейчас вроде бы как остановились на Марьиной Роще. Так. Что, перейти туда? Плакат еще гласит, что Шереметьевская. Но это старые. Как я понимаю, это старый этот самый плакат. Просто, может, в случае такого названия будет путаница со станцией первого диаметра, которая находится перед Ловней. Так, а это реконструкция театра «Сатирикон», вон оно что. Вот это да, здание, закрепленного за театром «Сатирикон». Ну, не кисло так. Для театра-то такое здание. Ну, станция вот эта будет глубокого заложения, поэтому строить ее будет долго. С 17 по 22 год обещают типа сдать в четвертом квартале 22 года, но
как будем, как это будет, посмотрим, конечно. Вот у нас стройплощадка. Ну и часть проездов в связи с этим перекрыта. А на другой стороне Шереметьевской улицы строят дом по программе реновации. Переселение туда жителей окрестных пятиэтажек. Или это жилой комплекс, я что-то путаю. Ладно, не суть. Так, ну здесь у нас уже метро. Станция Марьиной Рощи. И вот, да, вот выход, северный выход метро.